Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 817, алгебра Макарычев, 7 класс. Упростите выражение. Перед нами 6 выражений, в которых необходимо раскрыть квадрат суммы или равности, раскрыть скобки, привести подобное в полученном многочлене и получить определенный результат. Итак, пример А. x минус 3 в квадрате плюс x на x плюс 9 равняется. Открываем квадрат разности согласно формуле. Получаем x квадрат минус 6x плюс 9. Открываем скобки. Будет плюс x квадрат плюс 9x. X квадрат плюс x квадрат приводим подобное 2x квадрат минус 6x и плюс 9x плюс 3x и плюс 9. Далее. 2а плюс 5 в квадрате минус 5 умноженное на 4а плюс 5 будет равняться. Квадрат суммы открываем по правилу. Квадрат первого выражения плюс удвоенное произведение первого и второго плюс квадрат второго выражения. Смотрим, что получается. 4а квадрат плюс 20а и плюс 20. Открываем скобки, перед которыми минус, и умножаем содержимое скобочек на 5. Будет минус 20а и минус 25. Получаем 4а квадрат, а 20а и минус 20а, 25 и минус 25 взаимно уничтожаются. Ответ 4а квадрат. Далее, 9b умноженное на b минус 1 минус 3b плюс 2 в квадрате будет равняться 9b квадрат минус 9b минус. В скобках запишем результат возведения в квадрат суммы двух выражений. 9b квадрат плюс 12b плюс 4. Теперь открываем скобки, перед которыми знак минус, то есть меняем слагаемые на противоположные им значение. Итак, 9b квадрат минус 9b минус 9b квадрат минус 12b и минус 4. 9b квадрат и минус 9b квадрат 0. Минус 9b минус 12b минус 21b и минус 4. Далее, b минус 4 в квадрате плюс b минус 1 умножить на 2 минус b. Итак, квадрат разности открываем по формуле. B квадрат минус 8b плюс 16 плюс, перемножаем 2 двухчлена. B квадрат минус 2b минус 2 плюс b равняется. B квадрат и минус b квадрат взаимно уничтожаются. Подобное у нас еще есть. Минус 8b плюс 2b плюс b это будет минус 5b. И 16 минус 2 14. Многочлен такой. Минус 5b плюс 14. Далее. А плюс 3 на 5 минус а. Минус а минус 1 в квадрате. Равняется. Открываем. Раскрываем произведение двух двухчленов. 5а минус а квадрат плюс 15 минус 3а. Минус. Квадрат разности. А квадрат минус 2а и плюс 1. Равняется. 5а минус а квадрат плюс 15 минус 3а и меняем знаки на противоположные. Минус а квадрат плюс 2а и минус 1. Выражение будет равняться. Минус 2а в квадрате плюс 4а плюс 14. Далее. 5 плюс 2у умножить на у минус 3 минус 5 минус 2у в квадрате. Умножаем 2 двухчлена. 5 плюс 2у умножить на у минус 3. 5у минус 15 плюс 2у квадрат минус 6у. Минус. Открываем квадрат разности. 25 минус 20у и плюс 4у в квадрате. Получим такое выражение. 5у минус 15 плюс 2у квадрат минус 6у. Минус 25 плюс 20у и минус 4у в квадрате. Многочлен принимает вид минус 2у в квадрате плюс 19у и минус 40. Больше видео
Подписывайтесь на наш канал на YouTube.